Мы приехали в следующий отель. Вот он. Нам сказали, что это хорошая пятерка даже, хотя базируется как четверка. Номера достаточно такие хорошие, вкусно пахнущие. Идем дальше. Это номер Superior. Ну, вид красивый, очень. То же самое по уборной. Это номер еще выше категории. Да нет. Сейф прям. Вид тут еще красивее. Да. Еще красивее. Какой-то старинный сейф. Вот и. Так. Оно тоже нет для начальника. Душ есть? Нет, я во всех. Помимо ванны, которая стоит там, здесь есть еще душ. Уборная хорошая. Отель вообще очень хороший. Какой лифт? Мы все же готовимся к пляжному заведению. У нас есть диск. На нем еще больше информации из того, что я вам показываю. Типа бунгало. Прям классная территория. Это номер из тех. О. Душ. Посмотрели, мы фотографировались, мы втекаем. Мы втекаем только. Он шикарен. Ну, так же, как и бассейн. Нет, победить приглашение. Очень странно, мы вот не все делаем. Ну, кроме туристических однократных. И то я делаю, но за большую сумму. Нет. И вот так вот через территорию отеля мы выходим на улицу, которая пришла к пляжу. И она нас привела к пляжу.